Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я опять поиграю третьего лица и без головы, но уже с Лигой Roblox, как вам и обещал, так как видео, которое я снимал, набрало очень много лайков с вашей стороны. Ну что ж, ребята, посмотрим, что из этого получилось. Погнали! Раш, ой, Раш, какой ты страшный. На себя посмотри. Так, погоди, а почему меня не в первого лица? Тогда заходи в настройки, короче, и ставьте камера мод и камера тогл. На любую. Она все равно меняет. Камера мод, камера тогл. У меня, подожди, у меня есть голова, нет. У меня есть голова. Я ваши вижу. Я тоже вижу. Ваши вижу я. Я ваши вижу. Я свою вижу. Ха-ха-ха. Подождите, подождите, ребят, подождите. Идите сюда. Что там у тебя, Red Cat? Иди сюда, иди сюда. Что? Вот здесь вот, около этой тачалки, туда-сюда ходи, и у тебя голова появляется. А, да, реально, ну-ка. Вот, в одном положении. Короче, когда... О, да, на миллисекунду там появляется. Прикольно, Тима. Кстати, ваши головы мы видим. Короче, друг друга голову мы видим, но свою не видим. Я и свою вижу. Не видишь? Я не вижу. Я вижу свою. А, нет. У меня ваша любимая. Черный фрукт. А так у тебя же не голова, у тебя же фрукт. Да-да-да. Ребята, короче, сегодня, как вы поняли, мы будем играть от третьего лица. Поэтому перед началом ролика ставь лайк, подписывайся на канал. И в ролике, кстати, я вам покажу, как делать такой же, в принципе, ракурс. Да, ребята, это будет очень короткое видео, потому что мы не пройдем сика. Да, мы пройдем сика. И мы еще не можем на скрича смотреть, потому что мы нет первого лица. Ну, так все хорошо. Короче, ребята, как же сделать такой же ракурс? Что вам надо для этого просто сделать? Для этого нужно открыть настройки. Кстати, смотрите, наше лицо видно, но голову нет. Нам нужно открыть настройки, затем нажать settings. И здесь у вас будет вторая, короче, колонка, камера мод. И вам нужно поставить камеру, ну, короче, на любое, кроме дефолт. Кроме дефолта вам нужно поставить любое, и будет у вас вот такая вот, получается, вот такой ракурс. А никто не хочет открыть? Нет, не хочу. И это очень сильно неудобно, управление очень багальное, и я не знаю, даже как мы в это будем играть. Да, я максимум проходил до 20 двери. Я до сика. Ну, потом давайте попробуем. Обещаю. Если мы поднимемся на свой двери в таких обликах, мне кажется, вы должны обязаны нам просто миллион лайков набить. Погнали. Еще очень неудобно третий ящик открывать. Мы, получается, не дотягиваемся. Ну да. Так, десятая дверь. Ничего не пооткрываешь, разочек. Не моргает? Вот моргает. Блин. Так, так, так. Все, я шкаф спрятался. Кстати, как прикольно, шкаф. Прикольно, что в шкафу у тебя теперь видно, да? Можно посмотреть. Это тебе лайфхак, ты можешь на превью скрины делать. Какие превью? Макаром. В шкафу? Без головы? Да. Классно. Зачем? Не знаю. Так, меня подождите. Знали? Подождите, нуба. Короче, оно бывает, багается камера, и все неудобнее и неудобнее ракурс становится. Если он неудобный, заходишь в шкаф, и потом он возвращается. Лайфхак, да? От Red Cat. Угу. Ребята, сейчас... Я уже ж проходил. Много чего узнаете. Ой, крич! А, ну все, ты умрешь. Смотрите, как скрич прикольно! Да, скрич прикольный. Только давайте, может, эту отмычку взял с собой, не? Я взял. Погоди, он меня развернул, меня скрич развернул. В шкаф, теперь... в шкаф тебе надо. Такой рофл, какой скрич миленький, так, ребята. Давайте закрываем. Моргай. Опять скрич! Хальт сейчас будет, хальт. Это меня хальт. Опять укусил скрич. Я буду как-то проходить. А как мы не пройдем хальта? Мы сдохнем. Я сдох уже. Да все сдохнем. Я не понимаю, ребята. 4 минуты ролик получается. Не, ну почему мы возродимся? Я пока еще играю, чё. Я хальта прохожу. Сейчас, кстати, будет иди, потому что можно будет просто пройти. Только вы сейчас же не можете, да, возродиться, получается? Я возродился. Почему я третьего лицо? А ты уже в какой комнатке? Я первый, тут у меня ты на месте бегаешь практически. А, прикольно. Хорошо вам. А, ты так боком, короче. Блин, скрич очень мило выглядит. Когда вот так вот от третьего лица. А почему у меня теперь от обычного? Надо опять менять настройку. Да. Не, ну это жесть, конечно. Да, Серед, а ты знал, короче, я не помню, рассказывал, по-моему, это бабки рассказывал. Короче, если, ладно. Короче, 15 секунд надоело. Ты каким-то макаром умираешь, а это 15 секунд после возрождения, тебе возрождение не забирают. Вот, что-то знаю, я хочу добежать, все, я добежал. Так, это у нас 19-я дверь. А ты там не возрождался, получается, прошел хальта? Я, да. Прошел хальта. Хорош. А как так? Вот так вот. Скилл. Так. Скилл. Я, знаешь, сейчас дрифтером каким-то. Я же сказал, что я на сике буду умирать. Алло, потом. Сейчас все, блин, я не знаю, все против нас играть, чтобы нам хп забирало. Ну да, получается, из крича мы не можем никак обойти. Погнали. Опа.
Не, ну Скрич миленько выглядит. Да, Скрич очень классно. За тобой такой, знаешь, бегает. Главное, по приколу. Замечаешь его. Ага. Ну, они поэтому, видишь, и убрали от первого лица, чтобы так ты бы Скрича не пугался, ты бы его видел заранее. Да. Так. О, ребят, вам повезло. И мне. Че, может, замок нагреем? Я нашел ключи. Давай. Я вообще вокруг себя просто вращаюсь. Только я их не могу взять. И, кстати, можно вокруг себя вращаться, Кнобзи. Ну, если направо нажимаешь. Если это колесиком до конца прокрути, то тогда можно, короче, легче перемещаться. До конца вперед прокрутите колесико. О, блин, опять это темное. Немного легче будет. Скрич! Я бы сказал, гораздо легче. Я бы сказал, сейчас сдохну. Ребята, ой, Скрич! Опять Скрич! Блин, а он укусил, я теперь ничего не вижу, козлина. Я тоже ничего не вижу, друзья. Козлина, ой, я вижу рычаг. Я рычаг вижу. Где? Как это? Нажимай. Я не могу его активировать, он не нажимается. Я тоже его вижу, я активирую. Нет, не активирую. А, это тут рычаг надо? Его уже нажал кто-то, поэтому не активирует. А вы где вообще? А кто его знает? Да я вообще и потерялся, я не вижу ничего. Надо хотя бы выход найти, хоть какой-нибудь уже. Так, я на 24-й двери, вы где? Меня Раш убивает сейчас. Кто Раш летит? Ну, прячься в шкафу, тут вообще иди. Так, я за шкафом, не знаю, убьет, не убьет, убил. Все, убил. Ребят, это будет самое быстрое прохождение. Не, мы сейчас еще один вариант. У меня еще одна жизнь здесь. Так, давай, Редкотек, сейчас пойдем еще одну попытку, если мы не дойдем, а мы не дойдем, мне кажется. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Ну чё, друзья, попытка number two, и number мы two. Сейчас уже в обычных скинах, мне кажется, это будет гораздо прикольнее, так, ладно, чем... я возьму даже отмычку, чтоб долго не искать ничего. Погнали проходить, а почему я юзнул витаминку, болванище? А ты поменял вообще настройки? Так ты по жизни что-нибудь сразу активируешь вначале. Спасибо, друг. Так тебя, в принципе, никто не просил. Что у меня башка торчит теперь, лицо свое вижу. Мяу, не знаю. Это не то, надо лицо за 30 тысяч робоксов купить. Я без головы. Причем без головы, без своих этих всяких нунчаков. Да. Да тут ничего страшного, сейчас полмира без головы, так что. Без головы. Ничего страшного. Так, седьмая дверь. Погнали. Погоди. Ой, глаз, я слышу, глаз, глаза, как от него отвернуться? Не знаю. Я в шкаф спрятался. А я задом буду проходить. И все. Вот так, и главное в него не зайти. Так, подождите, а что это было? Я не помню. Я тоже не знаю. Кстати, он не убивает глаз, насколько я помню. Но меня как-то убил просто, когда я снимал. Я не знаю. Это слишком просто, Кнобзи. Вы мои отмычки скоммуниздили уже, да? Не, они там остались, можешь бегать. А, не-не, я туда не пойду, пожалуй. Кстати, а что я не забрал? Надо было забрать. Свет! Шкаф есть? Для меня это точно есть. О, шкаф нашел. Фортануло. Знали. Мы уника фортуна. Чего? Повезло, фортануло. Не получилось, и фортануло. Так, меняем настройки камеры. Окей. Опа. Все, так получше. Так, вот сейчас, если картина будет над ящиком, будет жесть. Не будет. Повезло. Кстати, знаешь, когда картину ставишь, на секунду голова появляется. Да, тут постоянно. Шкаф, когда выходишь. Это багерная какая-то фигня. Разработчики, фиксите, что у вас эти баги? Что у вас без головы я хожу в игре? Ухарилс бесплатный. Так, не туда. Поворачивай. Слушай, назад. Знаешь, что, Редкэт, я когда твой ролик видел, я думал, ты это через файлы, короче, удалил голову себе. Думаешь, им делать нечего, что ли? Комната проклятая с кроватями! Ты что, будешь искать? Нет, я не буду стоять. О, я нашел! Поздно. Понял. Хороший проект. А почему у тебя рука торчит, посмотри? Моргает. А, все. Тут шкафы есть, если что. У меня тоже шкафы есть. Там глаз будет следующий. Опа, следующий глаз. Опять! Это уже два глаза за игру, хотя ну сколько там глаз уже 16 комнат уже. На самом деле просто проходить. Подожди, во второй комнатке тоже был, да, глаз получается? А как отвернуться от него, алё? Не знаю, я бы. Задом, иди задом. А невозможно. Ну я ж прошел. Вот так что? Так, давай. О, хорош. А тут что-то я как-то... А, вот, нормально.
Нашел? Да. Зажигалку нашего, ключик взял. Спасибо, друг. Я вас спасу. Капитан Америка, получается? Получается. Хотя меня забрали. Мой щит. О, рычаг. Повезло. Кстати, заметили, черных нету этих комнат. Пока черных что. Нету. Пока что. А понял, что следующая должен... комната темная, друзья. На Карков, да? Направо. Ну, нет, налево. Бегите налево. Налево? Налево. Окей. Нет, появился Скретч. Ну все, хана нам. Он всех съест. Да, всех троих за раз. Че, я в шкаф залезу? Погодите. Он давай, поменять положение. А, погнали. Господи, более тупого челленджа я еще не видел. Что бы мы еще проходили, да? Давайте следующий ролик раком пройдем. Ну пока нам везет, пока нету скрича много. Ладно. На Каркова 5! Молчу. Свет. Окей, шкаф. Амбуш. В смысле? Раш. Это... Угу, да? Конечно. Прикинь, с амбушем играть со третьего лица. Так то же самое, не, кажется. Посуду. Хотя, в принципе, легко, да, мне кажется. Все то же самое. Трясатая дверь. Прикиньте, у нас темная комната. Давай. Да мы все равно на сики все умрем. Какая разница? Думаешь? Уверен. Мы попробуем. Ну, свет. Если у нас будет слева дверь, то у нас есть шанс. Если нет. Почему свет? Если нету, потому что глаза, почему свет? А, да? Если справа будет дверь, то мы умрем. Мы умрем где-то посреди ночи, но я люблю тебя очень. Кто как идет? Кнопзя, почему ты прямо идешь? А, вот сейчас с боком. Я не знаю, я нашел! Хорошо, я как голова нахожу какой-то. Ребята, надо было вот в таком вот ракурсе. Ты что, ты можешь говорить более? Без так, где что там? А, вот видно. Свет. Проблемы с речевым аппаратом. Да, это не свет, это у нас глаза. Ай, Скрич, ну что ж такое ты? Слушай, у меня нет... У меня ни одного У меня ни одного тоже Скрича еще не было. Так, ну все, можно юзать второй витаминки, скрич. Потому что они... Не, погодите, стойте, не бегите, пожалуйста. А, мы а все, меня выровняло автоматом. А где он вообще? Его не будет. Погнали! А в какую сторону-то? А-а-а. Так, блин. Право. А все, направо ты уже не повернешь, если сразу не повернул. Я присел, друзья. Тебе повезло. Направо. Я почему-то налево пошел, вместо того, чтобы направо. Не, я сразу направо. И при этом пошел, я еще потом витаминку съел. Блин. Квася, налили на середину, сожрали. Скорее бы не пройдем. Что это за трэш? Ну что, попробуем еще дальше пройти или хватит от этого? Я думаю, на этом взрывать. Не, погоди, давай фигуру попробуем пройти. Фигуру. А мы сика пройдем, хочешь? Кстати, сказать? Ребята, вы сейчас летаете в облаках, так сказать? Ну, да. Прикольно. Вы возродитесь за робуксы просто, и мы уже на 40-й двери будем. А почему у меня тело сика уменьшилось трое? Я не понимаю, возродился. И оно стало каким-то балластом черным, будто выстрел кто-то его. Капец. Так, Ред, пошли, походу кнопки не проходит сегодня. Нет, а у меня нету возрождения больше. А он же ж умирал, наверное, да? И у меня теперь просто черная балласт, короче, прыгает, и все. Ну, я ж про что и говорю, там он что-то как-то... Ой, ты проходишь от третьего лица сейчас, или как обычно? Ты мне говоришь от третьего, конечно. А я просто как обычно. А, в смысле, меняй давай. Сейчас, подожди. Чтобы до 50-й комнаты дойти. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Я уже на 44-й. Давай. Тут надо ключ найти, блин. Это проблема. Ну, хоть не темная. А прикинь, если в нижнем ящике будет. Я ливну, просто... Можно, можно тоже будет. А что, будем запись кидывать или что как? Чё как? Ладно, срать. Чё как получается? Я чё как выбираю вариант. Я тоже, мне нравится чё как. Крутись. Такой вариант не подходит. Вообще-то проходим тут. О, я ключ нашел, Нашел? Супер, красавчик. Все, погнали. Ну как, погнали. Да, пока подогрею. Сейчас как-то определюсь, как мы погоним. А у тебя что, зажигалка есть? А ты где? Зажигалку нашел? Да. Красавчик. Все успевает. Это будет удобно с ней. На некоторых дверях в темных участках. Некоторых ты собрался проходить. А представляешь, если мы до сотой двери дойдем? Не, не дойдем. Сика не пройти. А вдруг получится? Ну, если бы мы прошли первого сика, то на втором еще были шансы. А если бы мы первого не прошли. Алло, мы же вроде без этого. Я нормально бы... вроде проходили, нормальная скорость была, и что-то у нас все равно догнало. Ну, короче, как-то. Фишка в чем? Я там, если ты сразу не попал, куда целишься, так сказать, то потом уже направо почему-то он не идет, только налево. А он, короче,
Не-не-не, он короче, глаз, тупик. Глаз. О, глаз. Глаз, я слышу. А че нам столько глаз у меня попадаются? Стой, меня убьет сейчас. У нас просто почему? Катки я хожу три глаза было. В этой катке уже три глаза. Рэд, когда пройдешь, скажи мне. Ну ладно, я пойду. Не, я хотел попробовать с другой стороны. Опять задамагал. Будет ли он хп снимать? Ну ладно, решил, что не буду. Половину хп снял. Ну ладно уже, приседаем. И фигура. А у меня анимации нет фигуры. Слушай, а сейчас будет прикол, как мы будем эти искать, да? Мне кажется, интересно будет. Мне кажется, книги неудобно, наверное, будет. А мне кажется, норм. Сейчас посмотрим. Если она высоко где-то, то мне кажется, не очень норм. Я достал первую. Нет, она очень легко достается. Даже проще, чем в обычной игре. Блин, еще как-то повернуться бы. Ладно, пойду в другую сторону. Уже две книги нашел. Молодец. Две книги нашел. Почитай пока. Рэд, я пошел за этим. О, я, кажется, вижу еще одну книгу. За свитком пошел. Давай. Фигура, здрасте. Там прикол, что тут можно, прикинь, сидя, не вставая, все доставать. Ой-ой-ой, ну, да, фигура. Да. А он за тобой идет, сейчас тебя убьет. Нет? Не хочу. Как ты выжил? Понятно. Все, выбора нет. Ожидаемо выжил. Ну все, друзья, всем пока. Что, мне проходить с одному? Ну да, получается. Еще классно бы на этот листочек как-то бы... О, попал. Ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел мальчик погулять. Тут лакис и упон. А он где вообще? А, дорога. Понятно. Фигура меня съел. Ну что ж, ребята, вот таким получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забываем ставить лайк, подписывайтесь на наши каналы. И до новой встречи в новых видео про Doors и другие игры Roblox. Спасибо, что смотрели. Всем пока.